Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию видео о том, сколько можно купить того или иного продукта на минимальную зарплату в России и в Турции. В Турции минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 4253 турецкие лиры или же 25500 рублей. В России минимальная зарплата, исходя из данных интернета, составляет 13890 рублей. И сегодня речь в этом ролике пройдет за электричество. В России 1 киловатт электроэнергии стоит примерно 5 рублей. По стране. На минимальную зарплату в 13890 рублей можно приобрести 2778 киловатт электроэнергии. В Турции 1 киловатт электроэнергии стоит 1 лира 37 куруш, или же 8 рублей 20 копеек. На минимальную зарплату в 25500 рублей в Турции можно приобрести 3110 киловатт электроэнергии. Проведя несложный расчет, можно выяснить, что в Турции на минимальную зарплату можно приобрести на 332 киловатта электроэнергии больше. Для понимания, 332 киловатта электроэнергии – это примерно 810 стирок машинки автомат. А если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также вы можете написать свой комментарий, свое мнение по этому поводу или же предложить следующую тему для видео. Мы прочтем и подумаем, что можно сделать. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Thank you.